Здравствуйте, мои многомиллионные подписчики. Сегодня настал тот день, когда наконец-то у меня на канале выпуск о новой гитаре. Я давно хотел попробовать гитару на звукоснимателях P90. И что может быть лучше, чем супер-мега-классика, выпущенная первый раз фабрикой Gibson в 1955 году. Вот эти модели Gibson Special в цвете TV Yellow. Изначально это были модели с одним P90 в бридже. А затем через пару лет решили сделать дополнительный наковый звукосниматель. Супер-мега эта модель стала популярна. Но сегодня у нас на обзоре не Gibson, а так как я фанат японских гитар, фирма Cools, знаменитейший завод Fujigen или Fujigen, кто как называет, фурнитура под хром, колки Готох, конечно же, японские, но сделаны в стиле Гибсона, да. Лепесточки вот эти пластиковые очень мне нравятся, очень винтажные, классные. Короче, один в один, P90, естественно, японского происхождения тоже. Вот эти крутилочки все в стиле колокольчиков тоже а-ля Gibson. Ну а что в этой гитаре отличительного от Gibson? Я вам сразу скажу, и мне это безумно нравится. Bridge Wrap Around. И он не просто вокруг тейлписа, так называемого. Он с седлами здесь. И можно очень классно настраивать мензуру. Супер точно. У Gibson такого нету. Ну и, конечно же, самое главное отличие этой гитары от Gibson оригинального — это цена. А цена здесь в 4 раза ниже. Спеки те же самые. Качественное японское дерево. Дополнительно Circle Fretted System. Это чисто японская такая практика на заводе Fujigen. Вот смотрите, на фотографии изображено, что это значит. То есть немножко вот такой вот лад закругленный. Типа для лучшей интонации, intonation, стабильность. Лучше строит, короче, гитара. Поехали дальше. P90. Самая суть. Что же это такое? Изначально по классике есть синглы. Звукосниматели с одной катушкой, как на фендерах, стратах, телеках и так далее. А есть хамбакеры. Хамбакер — это две катушки, соединенные последовательно. Чем отличается от сингла? Сингл — одна катушка, хамбакер — две катушки. И хамбакер, то есть хам, фон, он нейтрализует второй катушкой. Ну и более жирный, конечно же, звук. Но это все вы знаете. Вот у меня японочка предыдущая, завода FGN, тоже Fujigen, Neo Classic FGN. Здесь она на хамбакерах. А это у нас Stratocaster классический с тремя синглами. Это гитара JS300 от фирмы Jet. Я поставил на нее звукосниматели от Александра Приборы. Обзор, как она звучит и что она из себя представляет, можете посмотреть здесь сверху, ссылочка будет. Итак, P90, как же они звучат? Мощно, жирно, как хамбакер? Да. С дополнительной такой искрой, укусом, таким байт, как говорят. Как у синглов? Да. Сейчас в склеечку мы с вами послушаем хамбакер, P90 и стратокастерные синглы. Поехали, ребята! Thank you.
Как вам P90-е? Жирные, по высоким, по низам. Супер. Особенно нековые, я вообще зафанател. Или может быть... Нет ничего лучше классического хамбакерного звука. Здесь, кстати, Алника 8, магниты очень мощные. Ну или может быть... А может быть, вы подумали, нифига себе, как этот страт звучит на перегрузе. Да, очень классно и жирно на бриджевой позиции. Просто этот набор звукоснимателей от Александра Приборы, этот сет Hot Classic, Hot он потому что бриджевый, очень мощный, очень. Ну и чисто от себя могу сказать, что я когда покупал ее, я хотел именно этот звук. И в сравнении я его получил и услышал. Супер инструмент, супер деньги. Небольшие по сравнению с Гибсоном. Зачем же переплачивать, я не знаю. Футболку можно купить, да. Ладно, ребят, спасибо вам большое за просмотр. Оставляем свои ощущения, мнения, кто что услышал, в комментариях. С вами был Юран. Все, пока. Пока.